Так, и это на черный день. Вот и это на черный день. И это тоже на черный день. И уголь, что ли, тоже складывать? Уголь не надо складывать на черный день. На черный день надо складывать только то, что относится к версии 1.16. Вот, не зря ты свой нагрудник взяла? Да, взяла, все, отложила. Вот, его тоже откладывай. Вот эти фиолетовые доски, бирюзовые доски, вот эти все мамины мамы, вот эти все новые пиглиновые флаги, баннеры и все остальное складывай в этот сундук и закапывай. И даже плачущий обсидиан? И даже плачущий обсидиан. Ну нет. Так, вот так, вот так. А вот эту дырку кто закопает? Ща, подожди. Оп. Вот так. А вот ту дырку кто закопает? Да пофиг, пусть будет. Объясни, зачем я все это закопала? Потому что ты уже заколебала с этим нытьем, то что... Хватит ходить в ад, я уже не хочу, сколько разработчики там будут обновления выпускать, поэтому мы решили. Мы закопаем все наши драгоценности вот в этот сундук, который вроде вот здесь где-то находится, до того момента, пока не выйдет официальная версия 1.16. Она выйдет как раз таки, ну, в ближайшее время, там через 1-2 недели, и вот только тогда мы заберем все наши вещи, Кать. Пообещай, что сразу заберу. Пообещаю, у нас там две незритовые вещи, там шлем и нагрудник, вот. Ну хорошо, ладно, договорились. Все, пошли. Сейчас у нас с тобой другие важные дела. Нам с тобой нужно в этой серии приручить Крипера. Мистер Крипер! Вот, так что пошли. Подожди, чего? Чего? Кого приручить? Мистер Крипер! Приручить надо. Ты дебил. Ну, в смысле, дебил? Чё ты сразу обзываешься? Реально пойти и переучить мистера Крипера? Ну, хорошо, вот давай сейчас сделаю вид, как будто бы я этого не слышу. Мы просто с тобой пойдем в корабль, там займемся обычными делами, огород проверим. Я не знаю, чем ты со мной там хочешь заняться на этом нашем корабле. Я тебе реально предлагаю пойти переучить мистера Крипера. Настоящего, реально приручить. И сделать его нашим другом, а? Ну хорошо, пойдем, покажешь мне, как это. Это не я придумал, ну как бы, да, все, весь вот этот сезон, все, что здесь находится, можно сказать, это благодаря, ну, тебе и всем остальным подписчикам, потому что мы с Катей читаем комментарии. Читаем, вот даже тумбочку специальную поставили. Вот давай, прочитай случайных два комментария, вот давай, прямо сейчас прочитай. Выпей пуки. Ну, это похоже на наших подписчиков. И давай второй комментарий прочитай. Я сотая первая. Ну, это тоже похоже на обычные типичные комментарии. Ну, вот так вот. А, вот, да. Я 38-я подписалась на тебя еще 40 лет назад. Вот, точно. Мне скинули один видос. В мой ТикТок или в мой Инстаграм, я не знаю, неважно. Там, где человек показывал, как буквально за 15 секунд можно приручить Крипера, чтобы он стоял вечно на одном месте и даже не взрывался, когда мы к нему будем вот так, вплотную подходить. Бедняжка, а как его кормить? Его не надо кормить, он просто будет стоять и будет с нами дружить, мы можем его как-то назвать. Хорошо, пойдем тогда искать мистера Крипера. Но перед тем, как мы пойдем искать мистера Крипера, для мистера Крипера надо подготовить ловушку. Поэтому, Кать, твоя задача. Выбери любое место в городе, где ты хочешь, чтобы пожизненно был заключен мистер Крипер, а я пойду соберу все ресурсы и встретимся с тобой через секунд 94. Хорошо? Хорошо, погнали. Вот здесь. Ну давай хотя бы не на корабле, в другом месте. Нет, хочу на корабле, чтобы он был. Мы все равно сюда вот очень редко заходим. Давай вот здесь. Пожалуйста. Ну давай на корабле он будет. Пожалуйста. Я прям прошу тебя. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну не молчи. Мистер Крипер. Хочу, чтобы был тут. Для того, чтобы приручить мистера Крипера, необходимы следующие предметы. Немножечко люков, немножечко нажимных плит, поршень и немножечко стекла. А, ну еще кнопочку надо взять. Вот, давайте себе вот так сразу возьмем и сделаем вот так пару кнопочек. Вот так, ага. Все лишнее убираем обратно в сундук. В принципе, вот это нам всего должно хватить. Я тебе предлагаю все же пойти и наконец-то сделать ловушку. Тут!
Нет. Тут хочу. Нет, не тут. Кать, ты же понимаешь, что как бы мы с тобой не хотели приучить мистера Крипера, он все же может взорваться. Если он взорвется на нашем корабле, это как бы до свидания, расставание, прощай, сезон выживания. Вот, поэтому надо где-то в другом месте его вот это сделать и приручить. Погоди, ну-ка, отодвинься влево. И это еще что за вообще за балалайка тут такая? Это ты, балалайка, это склад, который я строю на своих стримах с этими, с подписчиками. А, кстати, как тебе? Неплохо, слушай. А зачем нам склад? Склад для нормальных людей нужен для того, чтобы хранить там вещи. А зачем он нам? Не знаю. Ну, наверное, тоже, чтобы вещи там хранить. Неплохо. Очень похож на винный погреб, знаешь, вот как... в особняках. Да, ну, я старался, мы его миллиард раз на стримах перестраивали. Кстати, когда у меня там стримы, Катя, то я забыл. Подожди, сейчас. Вторник, четверг, субботу? Вторник, четверг, субботу, в 7 вечера по Москве, да. Ну, тебе нравится? Мне нравится. Ну все. Но это бесполезно. Это не бесполезно. У нас на корабле очень маленький склад, и меня уже заколебало то, что ты постоянно складываешь вещи не в нужные сундуки. Я потом нахожу в сундуке с ресурсами еду нахожу, а в сундуке с едой какашки вот этого мастера и Маргариты нахожу. Ну неправда, неправда. Короче, пойдем вон туда, вон там будет мистер Крипер. Слушай, так может мы его здесь построим? Вот потом попугаев вот этих нафиг отсюда уберем, потому что они здесь заколебали. И мистер Крипер у нас будет вот здесь где-то стоять, а? Да, давай, а вот этот вот бамбук нафиг. Но он здесь украшением как служил! Это как не бамбук. Как служил, сейчас у нас этот мистер Крипер украшением служить будет. Это не бамбук, это тростник. Ща мы все переделаем. Это комментарий подписчиков, Кать! Да я бы другое место поставить. Ты когда в этой жизни себе топор сделаешь? Знаю. Так, все, отлично, отлично. Сейчас комментарии поставлю на место, вот сюда. Да, поставь комментарии на место. Так, ну давай тогда мистер Крипер, где-то вот здесь у нас будет священный мистер Крипер, вот здесь, да? Вся ловушка заключается в том, чтобы мистер Крипер поймал себя сам. То есть мы ставим сюда нажимную плиту, вокруг ставим люки, вот так. А ну, Катя, продемонстрируй. Что? А как выйти? Ну мистер Прыгер. Короче, смотри. Мистер Крипер, не умеет же прыгать. Иди за блоками, мне сейчас парочку блоков нужно еще сюда поставить. Иди за камнем сгоняй. Каким? Каменным. Держи. Опа, опа, опа. Мы из мистера Крипера с тобой, Кать, в будущем сделаем космонавта. Подожди, ну я же хотела тебя пранкануть. Как ты меня хотела пранкануть? Я тебе не камень дала, а булыжник. Вот камень. Ой. Кать, такого пранка я даже от тебя не ожидал. Это слишком жестко. Давай ты в следующий раз меня так пранковать не будешь, хорошо? Да хорошо, ладно, не буду. Извини. А вот сейчас, Кать, нам с тобой надо найти мистера Крипера и заманить его вот сюда, в эту ловушку. Все на самом деле очень просто, но, наверное, нам с тобой нужно дождаться ночи, потому что сейчас мистера Крипера мы с тобой вряд ли сможем найти. Да, он по-любому вон там вот за моим магазинчиком тканей, вот броней, вон там водится. Сейчас я приведу его быстренько. Я тебе даю 40 секунд, не приведешь ты, лошпетка! Эй, слишком мало, я не успею, и тут нет мистера Крипера. Хорошо, 65 секунд, и ты лошпетка. А, все, я передумала уже. Ты лошпетка! Нет! Да надо тебе, надо, я говорю, пойдем за мной. Да зачем нам эти черные шпионские костюмы? Да нам-то всего лишь мистера Крипера притащить надо, Кать! Да нет, нет, я тебе говорю, что это надо срочно. Тут пчела прям, это самое, вот иди. Да нам не нужна пчела, черные костюмы вот здесь находятся. Так надевай скорее, блин, ты же понимаешь, что это охота, это слежка, это шпионство. Как без черного костюма? Ты вообще не соображаешь, давай надевай. Ладно, давай тогда надеваем. Я не понимаю, зачем это нужно. Ну мы с тобой не шпион, мы просто за мистером Крипером идем и все. Я тупая. Я знаю, но я об этом же. Пошли. Надо было зеленый костюм надеть, чтобы слиться с мистером Крипером. И еще я застряла в этом заборе, сейчас откроем. Зачем нам эти костюмы? Мы без них отлично справимся. Пошли давай. Вот если мы сейчас Алло. Ну чё тебе надо? Да ёханый бабай, мы не тебя словить хотим, а мистера Крипера.
Ня! Меня за что? Всё, пошли, не пошли, надо пошли. Так. Он где-то здесь в лесу 100% должен быть. Ну хотя бы один мистер Крипер, это 100%. Пошли. Так, все, пошли. Иди сюда за мной, а вообще лучше иди забейся куда-то в угол и стой там, а то он сейчас из-за тебя взорвется. Я и так уже боюсь. Давай за мной. Я тебе сейчас покажу, как его приручить. Только, пожалуйста, ты не спеши, ничего не делай, мы просто сейчас затащим мистера Крипера туда, куда надо. Давай. Все, хорошо, давай. А ты можешь потихоньку уже придумывать, как его будут звать? Так, давай. Так, стой. Вот сюда. Мистер Крипер, вот сюда. Нет! Дурак, дурацкий, я промахнулся. Подожди, как надо... Он идет на корабль! Не. Только не на корабль. Сейчас я его обману. Вот так, давай, мистер Крипер. Прыгай в воду. Ой, какой молодец. Все, вот сюда, мистер Крипер. Иди его позови, Кать. Лёш, ну пойдем. Какой Лёш? Я решила, что у нас мистера Крипера нашего домашнего будут звать Лёха. Лёх? Ну... Ладно, давай! Сейчас он на тебя загрелся, Кать! Так загри его на себя! Да ёкова мне! Вот сюда, подойди, вот сюда, Кать, вот сюда, подойди! Всё! Вот, всё, отойди, всё, мы его словили! Я лучше тебя справилась. Ну, в этом случае, да. Всё, мы с тобой... Ты, Лёшечка, мой любимый... Ты меня опять обмануть решил? Ты же сказал, что мы его приручим, он не будет взрываться, ты! А как ты думаешь, на кой черт я установил вот эту конструкцию? Сюда надо... Да отстань ты от меня! Сюда надо было поставить стекло и замуровать... Да отстань ты от меня! И замуровать мистера Крипера в стекло! А ты сразу к нему, к Лёхе подошла, и он взорвался! Минус попугай просто! Вот смотри, что от попугая осталось! Да и ладно, я все равно его не любила. А кстати, а как его-то звали даже? Это был Юля вроде. Юля? Рома. Юля Рома. Юля или Рома, да. Ладно, будет у нас. Спасибо за работу, то, что мне еще нашла. Значит, в следующей серии к нам с тобой еще попугая надо будет притащить сюда. Сейчас у нас будет вторая попытка, только, пожалуйста, не подходи к Лёхе, хорошо? Надо было сразу мне сказать, что это так не работает. Я так искусно его завела в эту фигню. Это так не работает, Кать. Все, сам делай все, сам заводи мистера Крипера. Ты там с попугаем Лёху. Аккуратно, он у тебя на плече сидит. Серьезно? Ну да. Мистер Крипер, только морковку мне не подорви, давай. Давай скорей. Не топчи грядки. Все, Кать, отойди сейчас, пожалуйста, не мешай мне. Из-за тебя все опять из-под контроля вышло. Да, давай попробуй с первого раза сам его затащить, я посмотрю. Сейчас я попробую из первого, из второго, из третьего. Давай, мистер Крипер, Лёха. Это тоже Лёха или это кто-то другой? Это тоже Лёха. Давай, Лёха, сюда заходи, миленький мой. Вот сюда, давай. Апа, какой молодец. Все, смотри, как сейчас надо, не подходи даже к нему. Берем стекло. Издалека, чтобы он не успел взорваться. Ставим вот сюда стекло. И сейчас из этой стороны у нас находится кнопка. Жмякаем на кнопку. Вот, и сейчас, стой, мистер Крипер, и сейчас это все можно ломать, вот так, и я подхожу прямо к мистеру Криперу, я даже на нем могу попрыгать, это, вот так вот и все! У меня сейчас большой вопрос к тебе, что это за толкательная штука сейчас только что была? Это поршень, ты в 194-й серии выживания не знаешь, что такое поршень? Нет. А как получилось так, что мистер Крипер внутри блока, внутри стекла, там что внизу не было, ну, стороны, как это называется? Поршень затолкал стекло мистера Крипера, и сейчас вот, мистер Крипер нас не видит, потому что он в стекле, вот как изначально надо было сделать, а так мы с тобой пожертвовали одним попугаем. А если убрать вот эти люки? Не, люки не надо убрать, если убрать люки, тогда он выпрыгнет отсюда, все должно быть вот так. Тогда притащи мне быстро бирку. Сейчас, а как бирку написать? Лёха? Лёха. Все хорошо, сейчас будет у нас официально прирученный наш новый синишка Лёха. Только где бирка у нас здесь находится? В хламье. Да, вот она, кстати. Лёха. Вот так. Быстро открывай люк, я его переименовываю, быстро закрывай. Давай. Любой, давай. Раз, давай. Два, три. Лёха? Лёха?
А не видно, что он Лёха. Только вот так видно, что он Лёха. Вот так. Вот так Лёха, так не Лёха. Так Лёха, так не Лёха. Ну он Лёха, короче. Ну он Лёха. Все знаем то, что все он Лёха. Привет, Лёха. Дебилизм. Так, подожди, срочно, мне нужно кое-что придумать, подожди. Так, где у нас сундуки? Так, это берем для него, это берем для меня, это берем сюда. Мне нужны еще фонари, гнилая плоть, несколько. А зачем тебе гнилая плоть для Лёхи? Ну, а Лёха, что есть-то, по-твоему, будет? И что, ты думаешь, мистер Крипер едят гнилую плоть? Я думаю, что да, почему нет? Так, стейки есть, это есть. Все, иду. Романтический ужин с мистером Крипером по имени Лёха. Так, расставляем фонари. Фонари, говорю. Ага. Ай, так, сойдет. Вот так. Это тебе. А можно спросить, что ты делаешь? Это ему. Что ты делаешь? У нас романтический ужин. Приятного аппетита. У кого у нас? У нас троих. То есть у меня, у Лёхи романтический ужин с тобой. У Лёхи, меня и тебя романтический ужин со мной. Или у меня с тобой романтический ужин с Лёхой. Вот, да, тоже можно. А башку Крипера ты зачем напялила? У нас сегодня костюмированная вечеринка. Не спрашивай, просто веселись. Я согласен с тобой, Лёха. Меня, если тоже можно на свободу отпустить. А можно я в следующей серии тебя в ловушку поймаю, закрою там, и чтоб ты оттуда не выходила больше никогда? У нас же еще мед есть. Успокойся, вот что-что, но Леха точно мед пить не будет. Все, пошли. Я буду. Хватит перед Лехой мед бухать. Как там, пойдем переспим, нам с тобой завтра надо отправляться в джунгли за новым красным попугаем. Хватит бухать мед, сейчас все выбухаешь. Попугая кокнуло, значит сейчас нужно на его место другого попугая приручить, красненького, которого. Да мы ни за что в жизни красного не найдем. Я уже нашел, я его уже спрятал в джунглях, осталось его только забрать. Да, так я тебе и поверила. Ну не верь, он меня там уже ждет. Хватит бухать мед, Кать! Хорошо пошла. Кончилось. Пойду еще возьму.